Итак, друзья, вот мы поставили иглы в проблемные зоны. Видите, вот в брахиалис, в мышцу здесь, вот в шейные мышцы они были натянуты, да, и по всей спине, я даже не знаю, сколько тут игл, наверное, 40 или 50. Вот только по триггерным зонам, просто так мы не вставляли, куда попало, а именно проходили по мышце, которая зажата. И вот дошли до икр, да, спереди и сзади. Прогревание не для всех зон, а только для тех, которые самые болезненные, самые такие проблемные, да. И вот у нас такой дымочек идет. Видите, полынь тлеет. Красота, да и только. Тебе как, понравилось? Да? Сначала было больно, но потом ты чувствуешь, что отлегают, да? Шикарно. Ладно, отзыв оставишь Но тогда. мне нравится. Хорошо.